Так, ну что, друзья, пока мы согласовываем работы по Nissan X-Trail T32, на подъемник с утра уже заехала, на третий подъемник заехала Nissan Sentra с мотором 1.6, вариатором GF015E. Владельцы у нас из солнечного Саранска. Вот, пропросили автомобиль как можно быстрее, сказали, нужна позавчера. Так что делаем это в ближайшие 4 часа. Меняем агрегат целиком, агрегат GF015E. Небольшое отступление, 0.15 вариаторы у нас есть в комплектации как для Nissan, так и для Renault. Они у нас всегда есть в наличии, оба вида, то есть поэтому мы приняли в ремонт машину, сказали, что одним днем сделаем, одним днем обкатаем, все проверим и сдадим. Владельцев из регионов мы очень уважаем, очень любим и их стараемся всегда в первую очередь обслуживать, потому что люди, ну, в дороге всегда охота людям помочь. Очередь, она, конечно, всегда существует, но у нас нет очередей там на месяц, на две недели. Всегда делаем все в сроки. То есть, и если надо, то есть всегда звоните, войдем в положение, останемся на подольше, выйдем из ситуации, предложим пути решения такие, чтобы было удобно и нам, и вам, ну и чтобы автомобиль обязательно ехал, вариатор служил долго и хорошо. Замена данного вариатора на Nissan Sentra вышла 185 тысяч рублей под ключ. То есть это снятие, установка, сам вариатор, гидротрансформатор, масло, калибровки и адаптации. То есть это конечная сумма фиксированная. Владелец больше ничего доплачивать не будет. Это конечная цена. С вами был я, Юрий Копасов, мастерская ЦВТ-мастер. Ребят, а это вот как раз тот самый случай, когда после ремонта нужна обкатка. Суть в чем, все сделали, все, у нас вариатор был перебранный, 100% все работало, это Nissan Sentra, поехали обкатывать, ездим, все нормально, но давление начало опускаться в первичном контуре до 0,1. То есть, что у нас говорит о том, что у нас есть проблема в гидроблоке, либо в его управлении. Напомним, здесь была замена вариатора целиком, вариатор GF015E, то есть, вариатор уже был перебранный, готовый, стоял на полке, мы его просто заменили, выехали обкатывать, то есть все нормально, автомобиль едет, нагревается, и давление, видим, что падает до 0,1. То есть в дальнейшем этот автомобиль вернется по гарантии, для того, чтобы он не вернулся, для того, чтобы владельцу не испытывать трудностей, проблем с возвратом, мы сразу же на месте все решаем. То есть на данный момент мы будем менять гидроблок, меняем гидроблок, смотрим, катаем, проверяем, дальше уже будем смотреть. То есть, либо у нас проблема в гидроблоке, либо дальше уже в управлении. Перво-наперво меняем гидроблок и смотрим. То есть, друзья, от нас машина уедет с полностью исправным вариатором, полностью готовым. То есть, дальше сел, поехал. Как купил машину в автосалоне и сел, поехал. Все, гарантия, качество, ездишь, не переживаешь. Ну, а с вами был я, Юрий Копасов, мастерская ЦВТ-мастер. Всем спасибо.